Выучить химию без учебника и зарегистрироваться на рейс через терминал. В Новосибирском экспоцентре проходит выставка информационных технологий. С последними разработками познакомилась Елена Щербакова. На выставке в основном представители бизнеса. Здесь они ищут способ сэкономить. Сегодня это актуально как никогда. Инновационные разработки, например, позволяют сократить сотрудников. Достаточно подключить услугу облачного сервиса, и сервером компании можно пользоваться даже с мобильного телефона, не боясь, что ценную информацию украдут конкуренты. Выбрать необходимый объем для хранения, выбрать программное обеспечение и пользоваться этим из любой точки мира, и пользуясь только доступом в интернет, вам больше ничего не нужно. Эта машина позволит наладить связь даже там, где ее никогда не было. Разработчики на рынке уже 20 лет. Они продают оборудование крупным операторам связи. Например, в городе Северск, что находится неподалеку от Томска, по телефону заговорили только благодаря мультиплексорам из Новосибирска. У меня дядя живет в поселке Маяк Алтайского края, Черешского района. То есть это, ну, вообще глухомань, то есть дальше уже только медведи живут. И сегодня там есть и сотовая связь, и интернет. То есть, благодаря вот... Ну, в том числе и нашему. Не скажу, что только благодаря нашему оборудованию, но в том числе наше оборудование на магистральных линиях используется, которое в тех направлениях тоже работает. Оборудование обеспечивает не только сотовую связь, но и стационарную, интернет, телевидение. Всего одна такая машина может обслуживать до миллиона компьютеров и телефонных аппаратов. Этими технологиями активно пользуются большие компании и силовые структуры. Мультиплексор – это не только гарантия качественной связи. Здесь еще и эстетический элемент. Вместо сотен проводов всего один, не толще этого шнура. Сегодня IT-технологии используют даже в учебных программах. Вот изобретение инноваторов Новосибирского технопарка. Задачи по химии проверяет компьютерная программа и тут же предлагает провести работу над ошибками. На соседней стойке рассказывают о терминалах, которые вскоре могут заменить сотрудниц аэропорта. Регистрация на рейс займет несколько минут. Разработчики уверены, это позволит уменьшить очереди. Елена Щербакова, Сергей Жданов. Новости ОТС.